Сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности жителя Владивостока за хулиганство с использованием оружия. Ранее в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о конфликте на автопарковке в районе улицы Пологой. На место происшествия прибыли инспекторы патрульно-постовой службы. Жителя Владивостока 1968 года рождения задержали и доставили в отдел полиции. Изъято охотничье ружье. Установлено, что карабин зарегистрирован в установленном законодательством порядке. Владелец предоставил сотрудникам полиции соответствующие документы. Следователям отдела полиции Фрунзенского района Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.